Делать террористов, делить. Что, на наш взгляд, необходимо делать, чтобы поддержать долгосрочное урегулирование в регионе, его социальное, экономическое, политическое возрождение? Обеспечить. Прежде всего, освободить территорию Сирии и Ирака от террористов и не дать им переместить свою активность в другие регионы. А для этого нужно объединить все силы. Регулярные армии Ирака и Сирии, отряды курдского ополчения, различные оппозиционные группы, готовые действительно внести свой реальный вклад в разгром террористов. Скоординировать действия региональных и внерегиональных стран, противостоящих террору. Мы видим, что в рамках антитеррористической операции постепенно, хотя и не так активно и быстро, как нам бы хотелось, но все-таки налаживаются контакты по линии военных ведомств. Серьезным шагом стало согласование российско-американского документа об обеспечении безопасности полетов боевых самолетов двух стран над Сирией. Мы также близки к тому, чтобы начать обмен информацией с нашими западными коллегами о позициях и передвижениях боевиков. Все это, безусловно, шаги в правильном направлении. Главное – воспринимать друг друга как союзников по общей борьбе. Криминогенной ситуации.